Значит, грузин приходит в больницу, ну и жалуется на боли в животе. Дошел к терапевту, терапевт мужчина, тоже грузин, соответственно, решил его разыграть. Говорит, тебе не ко мне, тебе надо вот к Васо идти. Ну ладно, пойду к Васо. Ну и пока идет, тот по телефону звонит своему другу-врачу. Алло, Васо, к тебе сейчас Гоги идет. Ты скажи ему, что он беременный. Тут, ладно, приколимся. Ага, тот заходит, значит, к Васо. Васо ему так послушал, потрогал. Такой, слушай, Гоги, ты беременный. Тут вах-вах-вах, нифига себе, идет домой расстроенный, вообще ужас. А во дворе доминошный столик, и там корифаны его и сидят, там домино в картишке режутся. И кричат ему такие, Гоги, Гоги, иди сюда, иди, в очко сыграем. Тут говорит, нет нахуй, хватит, доигрался.